И начнем с резонансного убийства в Иволгинском районе. Вечером 29 апреля местные жители нашли поврежденную иномарку, а в ней тело владельца авто, известного в Бурятии предпринимателя. В области Хойта-Дее в салоне автомашины обнаружен труп мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями. Следствием проверяется версия о причастности к совершению данного преступления 42-летнего жителя данного улуса, труп которого также обнаружен на месте происшествия. В настоящее время следствие продолжается, проверяется все версии. По одной из версий, местный житель совершил убийство по личным мотивам, после чего сам свел счеты с жизнью, не отходя от места преступления. По нашим данным, погибшим оказался владелец сети салонов «Видеоптика».